Как сделать кунай из бумаги легко и быстро? Возьмите бумагу формата А4 и согните ее поперек пополам. Еще раз согните пополам. Разверните. Согните правый уголок к центру. Согните левый уголок к центру. Еще раз согните правый уголок. И левый. Перекрутите заготовку для лезвия куная на столе. Согните правый верхний уголок к центральной линии. И согните правый нижний уголок к центру. Согните и разогните по центральной складке. Разверните. Согните снизу. И согните сверху. Намажьте клеем. И приклейте. Повторите это же снизу. Поправьте и сделайте отверстие для ручки куная. Возьмите еще один такой же лист бумаги и сделайте ручку. Просто скрутите трубочку. Край этой трубочки сделайте плоским и загните пальцами в кольцо. Этот край намажьте клеем и приклейте к трубочке. Сформируйте кольцо на рукоятке куная. Возьмите заготовку для ручки куная себе в руку и примерьте, какой длины ручка будет удобна для вас. Запоминайте эту длину и мажьте клеем тот участок, который нужно будет вставить в лезвие куная.
Вставьте ручку в лезвие. Если у вас что-то отклеивается, то закрепите временно эти участки прищепками или канцелярскими зажимами. Наделайте много отрезков какой-нибудь цветной бумаги и обклейте ручку нашего оружия ниндзя из бумаги. Также ручку куная можно обклеить не бумагой, а скотчем или изолентой. Тут уже дело вкуса. Возьмите маркер и нарисуйте линии, которые будут имитировать обвязку рукоятки куная кожей. Если вам понравилось, то поделитесь этим видео с другими.